Джадис околдовала всю Нарнию, и из-за ее чар зима не кончается, и никогда не наступает Новый год и Рождество. Да, верно, так гласит старая легенда. Подавай игрушки, только смотри, не урони. А что еще гласит твоя легенда? Это не моя легенда. Эту легенду мы проходили еще в школе на уроках, на которых ты, между прочим, как всегда спал. Ну не обижайся, расскажи легенду, я же твой лучший друг. Ай, вот хитруля. Ладно, так уж и быть, расскажу. На самом деле все начиналось гораздо раньше. Нарнию и весь окружающий нас мир создал великий Аслан. Аслан? Да. А кто такой этот Аслан? Ах, ты не спроси, кто я такой. Аслан — это великий лев, сын императора Замрим, создатель мира Нарнии и всех его обитателей, да. Правда? Да. Слушай, Никаприк. Да. А как Аслан создал Нарнию? Аслан создал все песни. Когда этот могучий царственный лев пел свою песню, появлялись земля, небо, звезды, солнце, нимфы, фавны, говорящие животные, а потом и мы с тобой, гномы. Да ну? Да. Говорят, слушай, у Аслана 9 имен. Представляешь? Ого, 9 имен? Да, Аслан, царь царей, властитель леса и многие-многие другие. У меня голова такая маленькая, что я ничего не могу запомнить. Он всегда приходит нарницам во времена их бедствий, да? Слушай, Никабрик, а как ты думаешь, а когда Аслан придет и спасет нас всех от зла? Травм. А как ты думаешь, когда Аслан придет и спасет нас всех от зла? Ну, я не знаю. Ну, вот и я не знаю. Хотя, я думаю, что он уже в пути. Отлично. Существует великое пророчество. Там, на берегу моря, у самого устья реки, стоит замок, который называется Гер-Параваль. А он бы был столицей Нарнии, если бы все шло так, как надо. Так вот, в этом замке есть два трона. И когда на эти два трона воссядут любовь и прощение, тогда наступит конец царствования белой колдуньи. Слушай, Никаприк, а как ты думаешь, Джадис боится Аслана? Ну, конечно!
Конечно! Она ведь незаконная правительница Нарнии. Только Аслан является творцом всего. Так, запомни, что я сейчас буду говорить. Добро всегда побеждает зло. И тьма расступается перед светом. Так. Ой, что-то мы заболтались с тобой. Я должна домой, пора. Домой. Конечно. Завтра придем сюда опять. Будем играть целый день. Будем прыгать, весело это будет. Пошли. Слушай, Никабрик, скажи мне, пожалуйста, а кто такие Адам и Ева? Драм, Адам и Ева проходили еще в 5-м классе. Эти гномы нарядили. Молодцы, молодцы. О, как красиво здесь, Нарнии. Хорошо. Ой! Это вы от меня спрятались? Нет, вообще-то я не хотел тебя напугать. А ничего, если я спрошу, вы кто? Ну, вообще-то я Фавн. А ты кто? Наверное, какой-то безбородый гном? Я вовсе не гном. Я девочка. Меня зовут Люси. Девочка? Вы, как это называется, девочка? Конечно, я девочка. Другими словами, вы настоящий человеческий человек? Ну, конечно, я человек. Разумеется, разумеется. Как глупо с моей стороны. Но я ни разу не встречал сына Адама или дочь Евы. Мою маму? Я в восторге. Зовут Хелен. Да, это понятно. Решите представиться. Меня зовут мистер Думнус. Рада знакомству, мистер Думнус. Решите осведомиться о Люси, дочь Евы. Как вы попали в Нарнию? В Нарнию? Ну что это? Нарния — это страна, где мы с вами сейчас находимся. Это все пространство между этим деревом и замком Кэмпараваль на Восточном море. Каждый камушек, каждая веточка и даже сосулька — это все Нарния. Вот это шкафище! Шкафище? А вы пришли из диких западных лесов? Нет, я пришла через огромный платяной шкаф из пустой комнаты. Пустой комната? Ах, если я бы как следует учил географию в детстве, я бы несомненно знал об этих неведомых странах. Теперь уже поздно. Но это вовсе не страна. Это в нескольких шагах отсюда. Ну, по крайней мере, не знаю, там сейчас лето. Но здесь, Нарния, это ужасная зима, и длится она уже целую вечность. Но зима не так ужасна. Играешь в снежки, катаешься на санках. Ой, и Рождество! Только не здесь, не у нас. Рождества у нас не было в Нарнии уже целых 100 лет. Что? Целых 100 лет без подарков? Целых 100 лет без подарков. Долгая зима без подарков, очень долгая. Видела бы ты Нарнию летом. Эх, это все белая колдунья. Это за нее у нас всегда холод, всегда зима. А еще она приказала, кто увидит в лесу человека, мы сразу ей должны его выдать. Но вы же так не сделаете. Я думала, мы друзья. Конечно, Люси, теперь это все в прошлом. После встречи с тобой я не хочу служить белой колдуньи. Белой колдуньи? Но кто она? А она? Она та самая, из-за которой у нас вся Нарния под башмаком. Та самая, из-за которой у нас вечная зима, вечный холод. Эх, из-за нее у нас Рождества все нет и нет. Только представьте себе. Ужасно, просто ужасно. Даже не верится. Здравствуй, Люси. Вот мы и встретились в Нарнии. Здравствуй, мистер Томас. Очень рад, что ты не подался своим чарам, Джанис. Здравствуйте, а вы кто? Служить вам, сэр. Люси, ты только думаешь, что не знаешь меня. Я Аслан. Я создал этот прекрасный мир вокруг тебя. Я автор всех этих дивных творений. Я источник жизни. Я поняла, вы бог Нарнии? Можно на ты, Люси? Аслан, ты, наверное, знаешь, как я попала сюда. Люси, я избрал тебя и твоего брата Эдмунда. Вы освободите Нарнию. Вам предстоит совершить нелегкое путешествие, чтобы отыскать дерево жизни. Для этого я послал вам на помощь мистера Томаса и целую армию. Расскажите вам, Люси. Армия?
девочек, привет, ребята! Это не просто мальчики и девочки. Это моя непобедимая армия, Люси. У каждого из них в груди бьется сердце храброго воина. И пока их сердца подчиняются мне, зло всегда будет побеждено. Они еще совсем не умны, но это не проблема. Скоро они многому научатся и многое поймут. Ребята, а вы не подведете меня? Подведете? На вас возлагается большая ответственность. И помните, в заколдованной Нарнии нельзя никому верить, кроме моих посланников добра. Только тогда вы спасете Нарнию от зла и утвердите престол правды. До встречи, Люси. До встречи, мистер Тумус. Ищите дерево жизни. Ищите дерево жизни. До встречи, Аслан! Как хорошо, что Аслан послал к нам столь удивительных ребят к нам на помощь. Да, и теперь я знаю, кто поможет нам спасти Рождество. Люси, теперь ты понимаешь, зачем ты здесь? Да, мистер Тумнус, но прошло уже столько много времени, мне пора возвращаться домой. Люси, без тебя нам не справиться. Ура! Кто? О, это наши друзья, не Каприк и Трамп. Я не Каприк, а это мой друг Трамп. Привет. Приветствую вас, мисс Люси. Здравствуйте. Привет. Ну так что, ребята, вы поможете нам победить злую колдунью? И вы не сдадитесь? Нет. Точно? Да. И не боитесь? Нет. А веселиться вы любите? Любите веселиться. Правда? Тогда добро пожаловать в страну Нарнию. Первое оружие против колдуни – это наша радость. Давайте танцевать, прыгать и плясать. Колдунья терпеть не может нашу радость. А танцевать вы умеете? Умеете танцевать. Тогда объявляется знаменитый нарнийский танец. Ребята, вы готовы танцевать наш танец? Let's get it on, yeah. Смотрите, everybody drinks on me, but давайте повторяем за мистера Тумнуса. Первый шаг вперед, назад. Танцевать нарнийский танец. А вам понравился? А вам понравилось? Не всем понравилось, не слышу, вам понравилось? О, молодцы! Ребята, нам нужно объединиться с жителями Нарнии, ведь вместе мы сила, правда? Да. А мне пора возвращаться домой и найти моего брата Эдмунда. И помните, что говорил великий Аслан, нельзя никому верить, ищите дерево жизни. Люси, я проведу тебя. Пошли. До встречи. Ну, а мы пока, ребята, с вами познакомимся. Привет всем. Давайте привет. Все поставляйте Трамп. Ручки. Привет. Привет. Привет, я привет. Трамп. Тебя привет. Как зовут? Привет. Привет, я. Пока. Отлично. Привет, я Трамп. Привет, я Трамп. Привет, я Трамп. Слышите? Ребята. Это злая колдунья. Быстро все превращаемся в сугробики. Быстро, быстро, все в сугробики. Превращаемся в сугробики. Становитесь, болваны. Быстро, быстро, быстро. Тебе не холодно? Как тебя зовут? Сын Адама. Эдмунд. И как же, Эдмунд, ты попал в мои владения? Я не знаю. Я просто пошел за сестрой. За сестрой? Да, она уже была здесь однажды. Сказала, что встретила мистера Фавна по имени Тумнус, но я ей не поверил. Эдмунд, ты так замерз. Подойди, постой со мной. Вот так вот. Выпьешь что-нибудь теплого? Если можно, Ваше Величество.
какой вкусный горячий шоколад. Спасибо. Я сделаю для тебя все, что захочешь. А чтоб я стал выше? Все, что захочешь съесть. И рахат лукум? И рахат лукум. Я никогда не ел ничего подобного. Эдмунд, я бы хотела познакомиться с твоей сестрой поближе. Зачем? В ней нет ничего такого необыкновенного. О, я уверена, она не такая замечательная, как ты. Но понимаешь, Эдмунд, своих детей у меня нет. А ты как раз тот мальчик, который мог бы стать принцем Нарнии. Возможно, даже и королем. Правда? Да, но ты должен привести меня к своей сестре. Хорошо, я проведу. Вот и прекрасно. А сейчас мы поедем ко мне во дворец. Там столько залов и комнат, набитых до потолка рахат лукумом. А можно мне еще чуть-чуть сейчас? Нет! Не то аппетит перебьет. Эдмунд, Эдмунд, стой! Не верь ей! Это злая колдунья, она хочет околдовать тебя! Ах ты, маленькая мерзавка! А ну, болваны, схватите ее! Еще никому не удавалось противостоять моим случаям. Ах ты, бестолочь! Даже девчонку не можешь поймать! Уходим отсюда! Да поживее! Ну вот, ребята, вы все видели сами! Да, колдунья схватила их! Она превратит их в каменные статуи и поместит их в своем саду! Что же нам теперь делать, ребята, а? Вы ведь сами слышали, как Аслан сказал, что только Люси и Эдмунд могут освободить Нарнию. Помните, да? Нам всем нужно рассчитывать и надеяться только на Аслана. Это точно. Но я, кажется, придумал. Кажется, я придумал. Ребята, все мы знаем с вами, что Джадис не любит, когда веселятся. Так? Да. Правда? Отлично. Тогда, ребята, нам нужно с вами объединиться и разрушить ее чары. Вы готовы? Да! Ребята, вы веселиться умеете? Да! Отлично! А кричать? Да! А прыгать? Да! Давайте все вместе попрыгаем! Все! Начинаем прыгать, прыгаем! За всеми! Хорошо, сейчас давайте покричим громко! 3, 4... По делам белой колдуньи! Это точно! Я чувствую, как весь лес наполняется радостью и торжеством! Ее чары рушатся, так ей и надо! Да, по делам ей, по делам! О-о! Что-то кажется, сейчас будет, ребята, кажется, быстро все прячемся! Идет. Быстро прячемся все! Дети! Ну как можно нарушать это холодное безмолвие в моем лесу? Неужели вы поверили, что сможете победить меня? Нет никакого Аслана. Я королева Нарнии. Я! Если я королева, то все понятно и просто. Хочешь щедрой левы, подарю тебе остров или замок у моря. Хочешь доброй десницы, 100 волшебных.